Вы заключаете договор и хотите быть уверенными в надежности бизнес-партнера? Узнайте больше информации о нем на сайте налог.ру. Воспользуйтесь сервисом «Риски бизнеса. Проверь себя и контрагента». Начните с простой и главной проверки. Числится ли он в едином государственном реестре? Для поиска юридических лиц можно использовать регистрационный номер ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика ИНН или название организации и, при необходимости, регион ее местонахождения. Для поиска сведений об индивидуальном предпринимателе, крестьянском фермерском хозяйстве также достаточно ввести регистрационный номер или ИНН. Или указать фамилию и регион места жительства владельца бизнеса. Поиск выдаст список компаний или лиц, соответствующих вашему запросу, и подробные сведения, имеющиеся в государственном реестре. Учтите, что организаций с одинаковыми или похожими наименованиями, а также индивидуальных предпринимателей с одинаковыми фамилиями, может быть много. Будьте внимательны. Если ваш контрагент находится в стадии регистрации или вносит изменения в учредительные документы, вы можете проверить информацию о нем в специальном разделе. Здесь можно искать по регистрационному номеру, названию организации или фамилии индивидуального предпринимателя. Специальные разделы сообщений журнала «Вестник государственной регистрации» помогут вам узнать, находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации или реорганизации, об уменьшении его уставного капитала, принято ли решение об исключении организации из единого государственного реестра и другую важную для бизнеса информацию. Обязательно проверьте, не находится ли ваш партнер по сделке в реестре дисквалифицированных лиц, которые не вправе вести предпринимательскую деятельность. И посмотрите, имеются ли дисквалифицированные лица в руководстве организации, с которой планируете сотрудничать. Сделки с такими лицами могут быть признаны недействительными, и вы понесете убытки. Проверьте адрес местонахождения организации. Вполне может оказаться, что по данному адресу зарегистрировано очень много организаций. Это один из потенциальных факторов риска, и к такому контрагенту стоит присмотреться более внимательно. Узнайте, нет ли проблем у компании по уплате налогов. Не получилось ли так, что ваш партнер является злостным задолжником или, может быть, долгое время не представляет отчетность? Неисполнение компании обязательств перед государством ставит под вопрос их обязательность и перед клиентами. Кстати, не забудьте проверить и себя. Очень полезно знать, что о вас могут увидеть ваши контрагенты. Удачи в бизнесе!